повысить информированность людей о правилах поведения на железной дороге. Такую цель перед собой поставили организаторы акции «Подари себе жизнь», которая прошла на Сергиево-Посадском железнодорожном вокзале. В мероприятии приняли участие сотрудники окружной администрации, российских железных дорог, а также представители правоохранительных органов и волонтеры. В рамках этой акции мы доводим до пассажиров информацию о том, что железная дорога – это зона повышенной опасности, напоминаем им о правилах поведения при нахождении на объектах транспорта, разъясняем и напоминаем о том, что переход железнодорожных путей в неустановленном месте – это административное правонарушение, предусмотренное статьей 11.1, часть 5.1, за которое сейчас предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Подобные акции в округе проходят еженедельно. Причина – увеличение количества происшествий, связанных с травматизмом на железной дороге. К сожалению, в большинстве из них виноваты сами пассажиры. Но основные причины травмирования – это все-таки несоблюдение правил поведения. Естественно, личная неосторожность, невнимательность. И, к сожалению, последние случаи – это все-таки на пешеходных настилах, в установленных местах. Но, к сожалению, люди находятся в капюшонах и наушниках, что мешает услышать и увидеть подаваемые машинистам звуковые и световые сигналы. Участники акции вручали пассажирам специальные брошюры, содержащие основную информацию о правилах поведения на железной дороге. За время проведения мероприятия не было выявлено ни одного факта нарушения при переходе железнодорожных путей, что позволяет организаторам надеяться на снижение количества транспортных происшествий в будущем. Владимир Бензик, Вячеслав Шумов, ТВР-24.